заехав за Донецкое и пытаюсь найти дорогу к Северскому Донцу. Я убедился, что все дороги через луга в сторону Змеева разбиты машинами и залиты водой. То есть это канавы, залитые водой, по которым невозможно ехать на велосипеде пешком. Эти тоже не очень весело. В трех местах попробовал подъехать к Северскому Донцу. Везде не получилось. Тогда я поехал по асфальтовой дороге через Адонецкое в сторону вот этой вот платформы «Будинок відпочинку». Доехал по дороге до Камплицы, села Камплица. 3 километра еще шел по лесу, по песку, так как дорога очень рыхлая. Машины еще там могли пройти на велосипеде, только в очень немногих местах. И вот 3 километра шел до этой платформы. Сейчас будет электричка, и я поеду домой.